Польша для своих войск заказала 1400 боевых машин пехоты «Борсук» собственного производства. Об этом сообщает Министерство обороны Польши. Во вторник 28 февраля соответствующее рамочное соглашение одобрил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Соглашение на производство и поставку БМП «Борсук» заключено между Агентством вооружений Польши и консорциумом компаний «Польская группа Збройнёва» и «Хута Столова Воля». Этот заказ называют крупнейшим проектом в польской оборонной промышленности за последние 50 лет. Анонс этой сделки появился на прошлой неделе. Однако тогда источники польских СМИ сообщали, что речь пойдет о заказе 1000 новых БМП. По словам Мариуша Блащака, первые 4 единицы БМП «Борсук» поступят в польские войска для тестирований уже в этом году. Боевые машины «Борсук» от польской оборонной промышленности должны заменить в сухопутных войсках вооруженных сил Польши устаревшие БМП-1. В 2020 году компания «Польская группа Збройнёва» объявила о проведении первого этапа полевых испытаний перспективной боевой машины пехоты «Борсук». В июле 2022 года начались государственные испытания новой польской плавающей боевой машины пехоты, созданной по программе «Борсук». Это важный шаг на пути к принятию на вооружение этой машины. А осенью того же года военнослужащие 15-й отдельной механизированной бригады польского войска испытали машину на полигоне. Польская БМП «Борсук» имеет компоновку с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и отделения управления, за которым располагается боевое отделение с командиром и наводчиком. БМП оснащена дистанционно управляемым боевым модулем ZSSV-30, который вооружен 30-мм пушкой Bushmaster Mark 44S с боезапасом в 200 снарядов и пулеметом UKM-2000C калибра 7,62 с боекомплектом 400 патронов, а также двойной пусковой установкой противотанковых ракет Spike-LR. Конструкция модуля приспособлена для установки дополнительной навесной брони. Боевая машина пехоты весит 28 тонн и развивает максимальную скорость на асфальтированных дорогах до 65 км в час. Машина получила немецкий дизельный двигатель MTU-8 V199 TI-20 мощностью 720 лошадиных сил. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии.